Когда ты молод, ты полон амбиций, энергия льет через край. Ты точно знаешь, куда дует ветер. Ты всегда в темпе передовых идей. Ты ищешь возможности для успешного старта. Ищешь единомышленников. И прямая дорога на молодежный конгресс «Молоко». Задача этого мероприятия, чтобы каждый унес что-то ценное с собой и ушел отсюда с ясными целями на свою личную жизнь. Чтобы он получил инструменты для достижения своих целей. Чтобы он ушел отсюда с наставником. Мы стремились собрать в одном месте самых лучших. Здесь так много молодых людей. И они находятся вот в этой точке, когда они принимают решения по поводу жизни. И это очень ответственный момент. Это очень значимый момент. «Молоко» – это место силы для молодых лидеров, место получения знаний, нового опыта, генерации идей и полезных знакомств. Это коммуникационная площадка с зоной активного нетворкинга для создания вдохновляющего окружения и реализации совместных планов. Я думаю, что подобные мероприятия просто-напросто приводят общество к развитию. Здесь прогрессивная молодежь получает мотивацию от звездных спикеров, экспертов из самых разных областей, визионеров, новаторов и трендсеттеров. Это способ, чтобы мы смогли задать интересующие нас вопросы тем людям, которые непосредственно могут на них ответить. Мне очень приятно общаться с молодежью, с инициативной, с активной, потому что от молодежи зависит будущее нашего региона и будущее нашей страны. Здесь нет места скучным лекциям, только живое общение. 6 часов интерактива, живые дискуссии на актуальные темы. Как нужно развиваться, что нужно делать в современном обществе для того, чтобы выживать и чтобы быть интересным, найти свой интересный путь и развиваться в этом потоке. Большие возможности – это раскрытие малого бизнеса, это идеи, это реализация, это возможности обмена контактами. Это очень интересно, это очень ново. Показываем, что в нашей жизни, в принципе, нет горизонтов, никаких барьеров. Атмосфера без официоза, без галстуков, лайтовая. Сюда приходят просто покайфовать. Эффективно это когда запоминается, правильно? А запоминается когда? Когда есть молодежный формат, когда весело, когда интересно, ярко. Тысячи возможностей ждут тебя здесь. Создавай свое будущее сейчас. Делай это вместе с молоком. Очень важно на старте понимать, страна такая. Сам не сделаешь, никто не сделает. Развивайтесь, и тогда, безусловно, если изменитесь вы, изменится ваш город, изменится ваш регион, изменится наша страна. Бери и делай. Тебя увидят, тебя поддержат.